Всем привет, девчонки и мальчишки, все наши друзья, подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами будем делать объемную лепку. Вроде как будто там динозаврик. Сейчас мы вместе с вами его раскроем и начнем сам процесс. Пластилина, сейчас мы разберемся. Здесь, значит, у нас что? А вот он, динозаврик. Видите? Да. На картонке динозаврик. Я так поняла, что надо его, наверное, вот так вот вытащить. Зачем? А что потом? Это форма для динозаврика. Да. И мы с Марселочкой будем сейчас заниматься творчеством. Марселька любит заниматься творчеством? Да. Любит. Вот это тоже надо. А может быть, вот это ты вытащишь, зайчик? Ну-ка, давай попробуй вот это ты вытаскивай, помоги мне. А я буду вот основание вот это вытаскивать. Вот, у Марселки получается замечательно. Вот. Угу, это тоже вытаскивай. Нет, только не, вот это не мне, аккуратненько. Так, это в мусор. Помочь тебе? Да, помоги. Да. А ты вот это открывай пока, пластилин открывай. Как открывать? Вот так. Так. Еще вот здесь это. У нас деревце. Сейчас мы деревце тоже вытащим. Как у него нужно открывать? Я не умею. Не умеешь? Пошел, открой на пластилин. Сейчас, я давай одно что-то доделаю. Это красный. Коричневый. Коричневый, оранжевый, вот еще оранжевый. Да, и вот желтенький еще. Желтенький, да. А вот у нас подключились такие четыре детали. Вот такой вот динозаврик. Это основание для динозаврика. Да. Вот такое деревце. И основание для деревца. Мы начнем сейчас с динозаврика. Здесь вот мы сейчас начертим вот так вот пунктиром. Вот так. А вы у меня пластилин, я буду лепить. Ну, сейчас. И здесь пунктиром. Вот так. Давай, открываем пластилин. Уже нам... Теперь, значит, мы должны нижнюю часть и вот эту голову выложить желтеньким цветом, а вот этот вот горбик его красненьким. Давай, берем желтенький цвет, Марселочка. Давай, ты тоже. Отрываем маленький кусочек, желтенький цвет отрываем. И вот здесь полностью вот эту часть надо выложить нам желтым цветом. И вот так вот пальчиками надо разминать. Давай, зайчик. Побольше? Не, по маленькие вот такие кусочки, смотри, вот такие. Вот так. Вместе, да? Да, и пальчиком вот так вот разминаем. Вот моя умничка. Еще нужно? Да, вот это все надо покрыть желтеньким цветом. Динозаврик у нас будет желтенький. Надо и с одной стороны, и с другой стороны, с двух сторон на полости. Винни пришел. Да, Винни пришел, он нам сейчас будет помогать. Ну вот, мы выложили вот эту часть желтым цветом. Теперь вот этот вот горбик будем делать красным цветом. Ну-ка возьми, где красный цвет, Марселка? Вот. Давай, бери, отщипни кусочек красного цвета. Оторви кусочек, маленький кусочек оторви. А ты кусочек оторви и потом помни. Вот так. И теперь вот этот горбик выкладывай красненьким цветом. Давай, помочь тебе? Да. Давай, вместе. А вот вдвоем. Это зелененькое, это мы дерево будем делать. А пока мы должны сделать вот этот горбик ему. Так. Маленький кусочек. Маленький кусочек, да. Нет, вот только на границу желтого не заходи. Только вот это, вот там, где белая часть. Вот. Нет, здесь вот горбик только. Только горбик. Где горбик? Вот, вот эта вот белая часть. Вот это все должно быть красненькое.
Теперь то же самое мы должны сделать. Делим. С обратной стороны. Чтобы разделиться, чтобы ускорить процесс. Я буду доделывать динозаврика с этой стороны. Вот, а Марсела будет делать вот такое дерево. На, держи вот дерево и выкладываешь вот это, как вот здесь на рисуночке, стволы фиолетовым цветом. Возьми фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет. Это не нужно. Это не нужно пока. Фиолетовый цвет возьми. Где фиолетовый? Правильно. Зелененький положи. И давай ствол теперь делай фиолетовым цветом. А я пока буду делать динозаврика с этой стороны, да? Давай. Да, маленькие кусочки отрываем. На столик? Можешь на столик, да. Вот, видите, вот такой вот у нас получился динозаврик на основании, вот с этой стороны, и вот такой вот с другой. Мы ему вот такой еще гребень добавили. И сейчас вот сюда мы еще сделаем ему на основании травку, чтобы ему было веселей. Дерево у тебя, дерево. Да? Это Марселочка делала, старалась очень, да. Для папы. Правильно. Для кого ты это делала? Для папы. Молодец, умница. Папа придет и обрадуется, что ты для него сделала такую красоту, да? И ты? Нет, я тебе просто помогаю, да? А ты сделай ему динозаврика. Хорошо, договорились. Вот так вот травочку сюда поставь. У нас с Марселочкой получился вот такой вот какой-то динозаврик в лесу. Вот с таким вот деревом красивым. Всем пока! Да, правильно, всем пока. Скажи, приходите к нам в гости. Приходите к нам в гости. Подписывайтесь на канал. Подпишитесь мне на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайк. Вот так, сделай. Ну. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Громче. Подписывайтесь. Я вас люблю. Я вас люблю. Подушный поцелуй. Ручкой помаши. Пока-пока. Пока-пока. Абазю поцелуй. Обожаю. Абазю поцелуй. Вась. Всем пока. До скорых встреч.